Глянец начинается с идеи. Дизайнер придумывает, что печатать и в каком цвете. А чтобы макет вышел в свет, работают 30 человек. Типография «Дальканс» печатает все, кроме денег. Для начала огромные рулоны бумаги выпрямляют и нарезают. Этот станок, как большой нож, отсечет все ненужное и оставит стопку листов любого формата. Параллельно другой печатник, вот этот парень, проявит рисунок на пленке и нанесет на форму. С нее уже сделают оттиск на листе. За полноцветную печать отвечает машины большого масштаба. Раньше станки были маленькие, формат бумаги закладывался маленький. Накладывалась все это краска в один цвет. Сейчас у нас идут станки большие, двухкрасочные в основном. И бумага большего формата, скорость больше. Сначала наносят два цвета, синий и пурпурный. Через полтора часа накладывают желтый и черный. Так краски смешиваются лучше всего. В итоге картинка обретет истинное лицо. Что ж, все красиво, претензий нет, идем дальше. На этом станке черно-белая печать. Из-под пера агрегата выходят различные бланки, тетрадные листы, папки и раскраски. Здесь печатному листу придадут форму. Календарные листы скрепят, книжки соберут. И вот они, готовые открытки, конверты, тетради и блокноты. Местные, а потому и недорогие. Спасибо за экскурсию работникам типографии «Дальканс».